Всем большой привет! Прошло немного времени, у меня огурцы уже тянутся наверх, образовались усики. И хочу сказать, моя самая большая ошибка это, я не учла то, что корни огурцов тянутся не вниз, а вширь. Поэтому посуду лучше выбрать вот такую, пошире. Буду думать сейчас, буду пересаживать их. Более такую емкость пошире. Дальше хочу показать. Это у меня уже апрельские зозуля. Сорта для теплицы уже. Буду пересаживать теплицу со временем. И там тоже. Тоже апрельские зозуля. Это у меня сорт конкурент для открытого грунта. Огурцы. А это тоже для теплицы. Хочу пораньше пересадить их. Пересадить пораньше, конечно, не получится. Конечно, от погоды все зависит. В прошлом году просто поздно посадила и не делала рассады. Из-за этого и огурцы начали есть очень поздно. Дальше это у меня земляника. А вот еще. Тут еще 8 штук. Вот еще тут. Раз. И вон там. Сразу скажу, делать рассаду из земляники это очень трудоемкая работа. Из 3 пачек семян у меня так мало проклюнулись. Я не знаю, может это зависит вообще от стратификации, как я делала. И кажется, что и растет медленно. Буду думать сейчас, чем подкармливать. Поливать чем-то, чтоб вырос уже. Хотя я держу под фитолампой. Вечером всегда включаю, но днем выключаю, потому что днем достаточно света. Такие вот дела. Ну все, всем пока. Будем наблюдать и ухаживать. Буду обязательно показывать результат. Что я буду вообще пересаживать. Что я буду сажать. Что пересаживать. Ну все увидите. Всем хорошего настроения и пока.